так. Проиграл. Опять. Вот, блин. Ты видел, что они вообще последний раз сняли? Какой-то вообще, я не знаю. Сначала горка-пожиратель, потом сиреноголовый. Сплошной паразитирующий контент. И что делать с этим будем? Надо что-то делать. Я думаю, надо взорвать его к чертовой матери. Решено. Или к собачьим чертям. Можно и или к чертям собачьим. В общем, взорвем. Взорвем. Так. Для этого нам нужно... У меня есть одна идейка. Я знаю, что нам нужно. У меня есть особый рецепт изготовления взрывчатки. Если мы ее сделаем, камни на камни не оставят. Все разнесет. Вообще просто. Доставай-ка. То, что у тебя есть, я достану свое. Так. Хе-хе, вот оно. Сейчас мы будем ее производить. Вот. Открываем, смешиваем пластид с кинетическим песком в пропорции 3 к 1 для большего эффекта. Берем еще пластида, я вижу, что этого недостаточно. Добавляем кинетического песка. В этом кинетическом песке содержится алюминиевая крошка, самый необходимый ингредиент для взрывчатки. Так, еще немножко пластидика и кинетического песка. Берем нашу бомбу, облепляем ее. Не хватает лишь одного секретного токсичного ингредиента, добавив который эта бомба не оставит шансов никому. А что это за ингредиент такой? Сейчас я тебе покажу. Наберем-ка секретный ингредиент в наши шприцы. Шприцов не хватает. Возьми-ка патронтаж с моей спины. Помогай набирать. Набираем. Оп. Складываем готовые шприцы. На, возьми еще один. Набираем. О. Ага. Пять. Десять. 15. 20 кубов. 20. 24 куба отборного ингредиента. Прикрываем иглы, чтобы случайно не заразиться этим токсичным ингредиентом. Все иглы прикрыты. Теперь необходимо их закрепить на нашу бомбу. Держим. Обматывай. Обматывай, обматывай. Крутить.
наша мега-бомба с супертоксичным ингредиентом готова. Перед тем, как заложить эту бомбу здесь и разнести эту богадельню, необходимо провести испытания в полевых условиях. Пошли проводить наши испытания. Пойдем. Сожрём их. Ну вот, я думаю, что мы пришли на наше место испытаний. Я думаю, испытаем нашу бомбу секретным ингредиентом прямо здесь.